зачем все это? Сужение, разужение, зачем? So what for? All this contraction and this expansion, what is all this for? Once again, we ask these questions because we are human. Мы задаем такие вопросы, потому что мы люди. And we construct the world according to our perspective of things. И мы создаем свою картину мира в зависимости от нашего мировоззрения, от нашей точки зрения. And our minds create reasons for things. И наш ум создает причины для всего. And so we order the universe according to these, in this way. И поэтому мы как бы вот располагаем Вселенную вот именно таким образом. But this is simply a human way of organizing what is. Но это просто так люди организуют то, что есть. И также с болью, да? То есть мы так это организовали, что мы получили страдание или мы получили удовольствие. Да? And the same thing with the pain, right? We've organized it in such a way that we get suffering or we get pleasure. No. No. We haven't organized anything. Нет, мы вообще ничего не организовали. Other than being human. Мы просто являемся людьми. And it is our humanness that makes us experience in the way we experience. И это в нашей человеческой природе ощущать то, что мы ощущаем, иметь те переживания, которые мы имеем. So, within this structure of things, и в рамках этой структуры, our natures create the universe. Наша природа, наша человеческая природа и создает Вселенную. Our experience of the universe. Наше переживание Вселенной.